Для классической шарлотки берем 200 грамм муки, 200 грамм сахара, 5 яиц, 3 крупных яблока. Яблоки чистим от кожуры. Вырезаем сердцевину. Нарезаем произвольно средними кусочками. В большую миску вбиваем яйца. Всыпаем 200 грамм сахара. Взбиваем миксером на средней скорости 5-7 минут. Просеиваем 200 грамм муки. Очень аккуратно и медленно перемешиваем. Форму смазываем маслом, на дно выкладываем кружок пергаментной бумаги и выливаем половину теста. Раскладываем равномерно яблоки и сверху выливаем оставшееся тесто. Духовка должна быть предварительно разогрета до 180 градусов. Выпекаем при этой же температуре 45 минут. А теперь покажу вам мой усовершенствованный вариант шарлотки. 5 яиц, 200 грамм сахара и половина пакетика ванильного сахара. Взбиваем миксером 5-7 минут. Просеиваем 200 грамм муки. Слегка перемешиваем. Сто грамм сливочного масла растопите в микроволновке и добавьте его к тесту. Перемешайте. В тесто можно добавить 1 чайную ложку разрыхлителя, так как после добавления масла тесто теряет свою воздушность. Форму накрываем бумагой для выпечки. Смазываем маслом стенки и дно. И дно слегка посыпаем мукой. Выливаем половину теста. Выкладываем яблоки. Чтобы они получились сладкими, можете яблоки слегка посыпать сахаром. Для аромата я также посыпаю оставшимся ванильным сахаром. Можете посыпать корицей. Сверху поливаем тестом. Посыпаем любыми орешками. У меня миндальные хлопья, но также отлично подходит грецкий орех. Попробуйте обязательно. Выпекаем также 45 минут при 180 градусах. Со сливочным маслом шарлотка получается очень сочной и нежной, а орешки придают ей более праздничный вид. Готово! У меня на канале вы можете найти много других интересных рецептов пирогов и не только. Подписывайтесь. С Tastyweek всегда вкусно!